насчет инициативной группы мне сложно давать какие-то комментарии. Я не знаком ни с этой группой, ни с тем, что они предлагают. Но по поводу Михаила Сергеевича Горбачева, я думаю, следующее, что, конечно, он фигура неоднозначная, противоречивая. И награды за то, что он сделал, они были им получены в то время, когда он работал в Советском Союзе. А вот после этого он не делал, а только разваливал. Поэтому я не очень хорошо понимаю, за что его нужно награждать. Хотя, если действительно такой факт имел место, мне было бы очень любопытно ознакомиться с проектом, или не с проектом, а уже состоявшимся указом о награждении. Там написано, за что.